Всем здорово! Я бы вам хотел показать маленькие ништяки, которые мне пришли, либо я себе приобрел, то есть которые там, короче, ништячочки. Давайте позырим, пойдемте к столу. Ну и первым делом мне бы хотелось начать с такого маленького приобретения. Когда-то у меня был, ну скажем так, шприц для закачки масла в редукторе, в коробке, там куда угодно. Но он был нормальный, пластиковый, дал я его соседу, и сосед мне его не отдал. Сережа, здорово! Вот. Я пошел в магазин и купил себе новый шприц. Стоил он, по-моему, 730 рублей. Я смотрел его же во все инструменты.ру, там, ну, везде, где только можно. Что-то тут пакет какой-то мятый валяется. Невнятый. А где трубка? А, и трубочка. Вот такая вот конструкция. Вот такой какой-то ворл, типа а-ля польская, китайская фирма. Шприц для откачки масла 500 мл, профессиональный, артикул 78044. Я думаю, там все видно. Кому надо, поставить на стопчик. Вот, 500 кубов сантиметров. Шприц черного цвета. Коробка нафиг не нужна, можно будет выкинуть ее нафиг. Шприц, такой он, знаете, не детский, здесь надо увеличить чуть-чуть отверстие, чтобы воздух выходил сам по себе, так сказать, нормально, потому что отсюда прям выдавливает, прям тяжело, короче, идет. Шприц имеет носик, он не пластмассовый, это металл, я проверял, все крашеное, все хорошо, здесь уплотнительное колечко на шприце, это не реклама, это просто вот я себе купил классный шприц. Как я считаю. Тут у нас вставочка резиновая. Сейчас я вам ее покажу. Ну, то есть фактически это туба. Вот так вот это все дело выглядит. Вот такая вот резиновая фигня. Тут уже ай-яй-яй. Ну, не надеюсь, мы это дело исправим. И оно у нас будет здесь сидеть нормально. Вот, ну, в принципе, ничего особенного, и на конце здесь пружинка такая, ну, чтобы он отскакивал от самого края. Шприц приобретался для того, чтобы закачивать масла, трансмиссионки и прочее в коробке, в редуктора и в прочую всякую такую шляпу. Вот для этого я его и покупал, собственно говоря. Ну, я думаю, что шприц годный. Интересно, из черняги или из железяки? А ну-ка. Черняга, черняга, алюминька. Черняга, черняга, черняга. Черняга, носик из черняги. Ну вот, носик из черняги, понимаете? То есть магнит с анонимовый магнитик. Все ништяк. Все, теперь у меня есть нормальный шприц. Все будет хорошо и здорово. Ну, вот так вот носик у него откручиваешь, жопу ему откручивать не надо. Выдавил, налил сюда масло, набутырил его полный, носик закрутил с трубочкой. И в редуктор туда масло задавил. Только надо вот здесь вот немножечко увеличить отверстие, потому что воздух очень тяжело выходить. Либо оно расточится. Вот, потому что здесь на задней крышке, по-моему, нет уплотнителя, да? Я же ведь правильно понимаю, что нету. Нету же, нету никакого уплотнителя. И вон там не прокрас даже есть. Вон, видите, вон на крышке. Вон он. Белый не прокрас. Так что, ну, вот так вот. Все, помоем его туда-сюда. Если вдруг он у нас и умрет, резинка вот эта вот, которая там стоит внутри, мы ее спокойненько с вами точнем на токарочке, и все будет классно. Такой шприц, конечно, в принципе, можно было бы сделать самому, если было бы с чего бы делать. В работу, для работы купил разбавитель 12, это для краски, и обезжиритель BR2, калоша, литр 180 и не помню сколько. Вот. Пришел из Китая скотч. И вот такая вот резиновая хня.
Вот. Это накладка на задний бампер. Будем делать на нее обзор. Будем ставить на машину, на нашу. Чуть-чуть попозже. Резиновая защитная такая шляпа. Короче. Но об этом в другом видео немножко. Вот. Аж скотч. Видели, сколько прислали? Триемовского. Типа. Из Китая триемовский скотч.